Всем привет, дорогие друзья, с вами Докерс, это GTA Online. GTA Online. И сегодня вышло обновление, точнее, не сегодня, а вчера. И давайте посмотрим. Появились новые машины, три машины. Сейчас попробуем их купить и апгрейдить. Там, короче, такие колесики можно поставить, это просто огонь, блин, реально. Так, давайте сейчас сразу туда же полетим, там купим тачку, если чё. Блин, за мою голову уже 9000 награда, охренеть. Где беспредел? Так, ну что ж, полетели. Сколько у нас народцу? Народ есть. Стопудово полетят меня убивать. Или поедут, или полетят. Так. Первым делом чё... стой! Что это было? Так, на, знаете что? Давайте зайдем в интернет. Путешествия, вот, лоурайды. Торговый зал, вот они, новые тачки. Блин, вы посмотрите, какие колеса можно поставить, просто огонь. Так, это ладно, давайте. Ассортимент. Вот, три новых тачки. Где-то не упаду. Не должен. Вот, чуть-чуть подлетим. Так, давайте еще посмотрим. Ассортимент. Три новых машины появилось. Я так понимаю, вот эту можно, да? Да. А эту? Это, смотрите, какой огонь, блин. Какая была. Так, и это. Это вроде уже что-то похожее на старое, так что это не очень интересно. Конечно же, мы будем апгрейдить вот эту машину. Давайте сразу... Нет. Сейчас доедем до лоурайдов. Телефон выбираем. Выбираем. У нас 3 миллиона практически. Выбираем лоурайды. Ассортимент. Выбираем вот эту тачку. До. И... После. Да, бэйби. Так, давайте выберем красный, пофигу, пускай будет красный, купить за 36, паем. Так, пентхаус, конечно же, куда еще? Так, что мы купили? Так, как он называется? Ваш новый транспортное средство в скором времени доступно в вашем гараже. Вилат Фактион. Так, надо запомнить. Давайте пока побегаем. Так. Стоит моя тачка. Вот она, детка, да. Красно-оранжевая. Все, погнали ее грейдить. Сейчас загрузим. А, все. Так, отметим на карте. Вот сюда нам надо. Так, аккуратно, не спеша, главное, не разбиваем ее, чтобы поменьше платить за починку. Воу-воу-воу, вот между двумя автобусами, конечно. Так, ну что ж, дорогие друзья, вот мы заезжаем в наш долгожданный гаражик. В нашей долгожданной тачечке. Блин, ремонту на 395 баксов. Так. Конечно же, за 695 тысяч. Бамс! О! Вот это...
Чао, бомбино. Так, давайте усилим броню. У меня еще мало чего открыто, но все же давайте усилим. Тормоза улучшим, конечно же, двигатель. А, так, что у нас тут? Все самое айсовое. Воздушный фильтр. Конечно же, этот. Улучшить. Глушитель. Конечно, этот. Взрывчатка не нужна нам. Капот. Что у нас капот? Давайте поставим. Так, клаксон. Стандартный музыкальный с повтором. Музыкальный. Вот этот хочу. Все, нормал. Так, салон. Давайте, обивочка. Дизайн обивки. Ё-моё, блин, это просто шедевр. В принципе, вот этот, наверное, шкура леопарда, блин. Шкура тигра. Зевры. Давайте... А хрен с ним, давайте из леопардов. Самый фарш. Самый смак, так скажем. Нет, с красного леопарда не хочу. Это коричневый вообще. Какашка какая-то. Что у нас там самое дорогое? Нет, только не этот. Вот, белый, если только. Нет, нет, такой тоже не хочу, такой тоже не хочу. Такой слишком... Вот, давай белую. Да, вот это клёво. Украшение. Нет, 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 нет. Вау, вот этого. Вот этого в очках хочу. Клёво. Так. Панель. Я думаю, вот эту. 15 тысяч с черепочками, нормал. Так, руль. Руль надо что-то под стиль. Вот мне кажется, вот этот. Или вот этот. А, этот стандартный. А, давай стандартный оставим. Он прикольный, кстати, выглядит. Так, рычаг. С гренкой. Опасная будет у меня. Так, сзади у нас что? Конечно же, надо неонную. Неон. Лос-Сантос. Хочу Лос-Сантос. Пускай будет Лос-Сантос. Так. Стерео. Конечно же, самое крутое мне надо. Цвет панели. Цвет панели оставлю. Оставлю стандартный белый. Пускай будет, потому что как бы под цвет. Так, фары. Фары, конечно же, ксенон. 7000 стоит, охренеть. Неоны под этот не надо. Так, это у нас что такое? Раскраска. Раскраска. О, прикольно. Зевробор, блин. Спринт, как спрайт, блин. Во, да клевая. Так, ладно, еще какие есть. Нет, нет. 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 Вот эту оставлю. Блин, вообще клевая. 25 тысяч. Берем. Остается у нас 1 200 000. Ой, 1 900 000. Так, здесь мы уже все поставили. Так. Значок. Вот этот будет. Так, номер. Вот этот пускай. 12 000. Так, номерной знак. Тут у нас будет черный.
Так, окраска. А чё, мне окрашивать-то не надо, мне и так хорошо, да? Так, крыша. Лучше стандартная, да. Так. Пороги. А, это продать пороги. Продать транспорт за 609 тысяч. Так. Спортивная. Трансмуссия. Так, багажник давайте посмотрим. Конечно же, самое дорогое ставим. 39 тысяч. Так, турбонаддув. Клаксон. Точнее, колеса. Так, внедорожник. Стандартные. Так, а давайте посмотрим, допустим, лоурайд, стандарт. Нет, 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 нет. Ну-ка, спортивные. Спорт. Чё спорта? У нас же лоурайд. Выбираем, значит, лоу... А, ну-ка. Заказной. Да, сейчас что-нибудь из вот этого закажем. Нет. Во! Давай самые дорогие, короче. Не, не хочу. Во, все, короче, за 88 тысяч, блин, диски, охренеть. А вот это что такое? Фига как. Блескивало прям. Блин, а тут покруче есть. Ну ладно, уж выбрали эти доллары. Пускай будут доллары, шины. Так, дизайн шин. Я думаю, вот этот за 12. Так. Дым. Пуленепробиваемость, да. Дым не буду делать. Ерунда. Так, стекла. Тонируем. Все. Наш лоурайд готов. Давайте его, так сказать, протестим. Подтвердить. Все. Сколько мы, считай, на него лям потратили? Так, X. Ни хрена она поднялась, блин. Хо. Блин, это просто мощь. Так погонять. Кстати, я в прошлый раз так и не нашел, на какой открывать капот. Клёво, вообще тема такая, блин, а. Думали же, а? Стар, конечно, красавчики в этом деле вот сейчас. Мне кажется, хорошо, что они уделяют такое внимание вот всякому вот этому тюнингу. Это должно быть у них в играх. Всегда было, помню, еще в San Andreas, когда играл, тоже всякий тюнинг. Это было, блин, вообще. Гана, блин, вообще офигенная просто тема. Вау. Убил мне тачку, урод. Так, кстати, да, от первого лица-то мы так не посмотрели. О-е, вот это. Вот это бэйби. Давайте прокатимся от первого лица. Чё, а? Ну-ка. Фуа. А вообще никакие, блин,
Ямки не страшны. Поехали сразу к тебе в коттеджи, в коттеджик, точнее в наш пентхаус. Покатимся туда. Давайте так. Давайте сделаем лучше от третьего. Ох, красота какая, а! Йо, посмотрите, это серьезно, блин, это, блин. Просто офигенно. Можно. А, так как это стоишь? Все, опустили, можно. Жопку. А, блин. Так, сперва поднимаем, потом жопу опускаем. Все, поехали так. Воу! Тихо. Сейчас проверим прыжочек. Юху! Ба! Прыжок не выполнен. Ну ладно, ничего страшного. У меня вроде здесь уже выполнен прыжок, по идее. Так, давайте сделаем тогда наперед, наоборот. Вау, жопа опущена так. Едет, говнюк. Хрен с ним, если убьет, сейчас стопудово убивать будет. Так, давай, уезжаем. Ну вот куда ты лезешь-то, дурак? Так, нам сюда. Зависть у него, зависть. Что ж, давайте заедем к нам в гаражик. Так, конечно же, пентхаус. Все, тачка уже починена, как будто. Да, вот такая, в общем, у меня теперь тачка есть. Охрененная просто, блин, это шедевр, ребят. У меня есть вот такая, есть вот такая теперь лоурайда. Есть вон та, вон зелененькая, клевенькая, тоже такая, блин, клевая вообще просто тема. Ну что ж, дорогие друзья, давайте сделаем селфи на фоне нашей новой тачки. Так, селфи. Сейчас телефончик. Так, где? Давайте зарубасим селфи. Крутой жест надо. Так, я уже забыл, как. Отдалим немножко. Так, давайте за это. Задний фон немножко за это. Затуманим. И жест. Как жест? Shift. Давай сделаем такое фото. Клево. Сохранить. Давай чуть-чуть с другой стороны. Да, блин. Так, на какую там удалять-то? Так, давай отмена. Чуть-чуть вот так вот надо встать. Все, смотрим.
Во, вот так вообще клёво. У меня такой финик, блин, под глазом. Такс. Решетка Г уберем. Левый контр. А, вот, вот. А, наклонить голову. Так. Так. Нет, давай не так. Нифига тут можно, блин. Вот так, вах. Вот так вообще красавчик. Так, что тут еще можно? Да. Злой. Счастливого. Нет. Что со мной? Мне все равно. Вот, улыбается. Щелк. А как, блин, жест это делать? Так только что сделал жест. Ладно, еще на этом фоне. Все, хватит. Ну что ж, дорогие друзья. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ждите новых видео. Всем спасибо, всем пока. Не, ну точка ощутима. А тут-то, ё-моё. Тут, конечно, тут поменьше стерео. Ладненько, все, всем пока. Небольшой скидок.